Необычная корреспонденция была отправлена экспресс-посылкой из Майкопа. Во время поездки полосатые путешественницы жили в специальном контейнере, снабженном сухим кормом. В одной емкости транспортировалось 10 пчел. Пчелы путешествуют Почтой России не первый раз. Различные пчеловодческие фирмы отправляют своих пчел Почтой России. Например, Курган активно отправляет своих пчелок. В этот раз пчелы были доставлены с юга России в Челябинск из Майкопа. Получил жужжащую посылку пчеловод из Едкульского района. Такую доставку он заказывал впервые, но необычной услугой остался доволен. Говорит, через месяц на пасеке будут уже полноценные пчелиные семьи. Впрочем, для Почты России это не первый опыт работы с живым грузом. Совсем недавно на почтовых самолетах транспортировали китайских панд.